Карлос, ты не пощупаешь мой лоб? Нет. У меня температура. Ты здорова. Но ты же не потрогал. А мне и не надо, врунья. Нет, я правда больна. Давай перенесем. Сегодня мне не стоит идти. Мы пойдем. А если меня вырвет? Это психотерапевт. Лучшее место для очищения. Карлос. Ты идешь к терапевту и никаких гвоздей. Прекрасно, но в туалет я могу заглянуть? У меня же мочевой пузырь с горошину. Сколько лет мы женаты? Слишком долго, на мой вкус!